Люди высокомерно называют животных нашими меньшими братьями, хотя многие виды появились на планете гораздо раньше людей. На самом деле у зверей есть чему поучиться, одни ловкие, другие сообразительные, а некоторые из них стали отличными друзьями человека. А главное, животные не перестают нас удивлять, и сейчас мы вместе в этом убедимся, потому что в этом видео собраны самые интересные моменты с животными. Подписывайтесь на канал и начинаем просмотр. Хозяин этой собаки, видимо, очень заморочился и приучил своего любимца ходить на унитаз. Шутить с крупными обезьянами точно не стоит. Не зря же нам постоянно напоминают смотрители зоопарков не подходить близко к клеткам и не дразнить животных. Вот так ведут себя некоторые дамы, когда кто-то привлекает внимание их ухажера. Когда некому почесать спинку, эта собака не расстраивается, поскольку всегда можно проявить смекалку и получить желаемое при каждом удобном случае. Когда два брутальных самца выясняют отношения между собой, лучше, чтобы ты или твоя тачка стояла подальше. Хорошо, когда ваш питомец настолько самостоятельный и сообразительный, тогда он и сам себе на прогулке найдет занятия и заодно повеселит вас. Идея супер, безусловно. Так можно хорошенечко и со всех сторон рассмотреть птиц вблизи, не спугнув их. Этот малыш точно не равнодушен к хорошеньким девушкам и знает, где у них лучшие места. С хорошим чувством юмора, безусловно, жить интереснее и веселее, даже если ты слоненок. Будем надеяться, что этот дельфин просто очень хотел помочь девушке подняться и не имел никаких задних мыслей. Когда ты так хочешь выспаться в выходной, но жена затеяла уборку. И пусть весь мир обзавидуется, смотря как этот обаятельный примат наслаждается своей жизнью. Этот белый мишка проявляет чудеса сообразительности, чтобы найти способ безопасно перебраться по тонкому льду. Причем делает весьма это успешно. Запомните, никогда не стоит связываться со свиньями, ведь даже с хорошенькими дамами они ведут себя по-свински. Наивно было полагать, что черепахи необычайно дружелюбны и беззащитные создания. Как мы видим, они готовы проявлять агрессию, если кто-то им не понравился. Судя по видеокадрам, это самая настоящая погоня. Хотя, лучше не попадаться на пути этому взбесившемуся жеребцу, иначе можно не сдобровать. Осторожно, слабонервным лучше не смотреть. Ведь именно так выглядит морское существо, принимающее душ на суше. Перед вами отличный способ избавить дом от мышей, а главное, никакого насилия. Удивляет, насколько животные способны быть наблюдательными и сообразительными, повторяя все за людьми с удивительной точностью. Вот так зарождается настоящая любовь и привязанность, несмотря ни на какие предрассудки.
просто поразительно, как удалось так надрессировать и дисциплинировать гусей. Девушка случайно уронила свой телефон в воду и уже мысленно попрощалась с ним навсегда. Однако нашелся герой, который достал его с морского дна. Бывает, что животные сами решают, что тебе не очень идет эта шапка. Любви все возрасты покорны, а здесь любви все животные покорны. Этот кот самый настоящий мастер пантомимы. Ему светит большое будущее, не правда ли? Любопытство к симпатичным девушкам оказывается присуще не только мужчинам, но и животным, особенно коням. Эта девушка, наверное, получила по заслугам. Не стоит разыгрывать животных. А этот слон разбирается в том, как поймать удачный кадр. Ему стоит устроиться работать фотографом, ведь только слон может стянуть с девушки купальник так безнаказанно. Морской котик решил посетить рыбный магазин. И не проблема, что для этого нужно пересечь дорогу. Но хозяин ревностно стережет свой магазин от безденежных посетителей. Wait. И за что это там орел рыбарница? Это ресторан. Все, что естественно, не безобразно. Но все же согласитесь, что рассматривать носорога разумнее было бы со стороны головы, а не зада. И судя по кадрам, в этом зоопарке носорогов неплохо кормят. Удивительное противостояние человека против нашествия этих животных в Австралии заставило людей применять пулеметы, авиацию, бомбы и даже оружие массового поражения. Ссылка на этот видеоролик сейчас появилась справа. Нажимайте и наслаждайтесь просмотром. А на этом у меня все. До следующей встречи. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и обязательно напишите свое мнение в комментариях. Пока!